Здравствуйте, в эфире программа «Жесть», в студии Александр Твердовский. И далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 28 июля. Сегодня в Омске начали судить 26-летнего водителя, по вине которого погибли 4 человека. Напомню, в конце апреля Алексей Ларионов согласился подвести свою знакомую вместе с ее родственниками на кладбище. На улице Заозерной у телецентра «Тойота» врезалась в опору виадука. Погибли 2 женщины и 2 девочки, одной из которых был всего 1 год. Все погибшие ехали на заднем сиденье машины. Экспертиза установила, что виновник разогнал автомобиль до 134 км в час и на мокрой дороге не справился с управлением. Сторона защиты просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке. В этом случае подсудимый мог бы получить наказание в размере не более 2/3 от максимально возможного. Напомню, согласно Уголовному кодексу, за подобное деяние грозит до 7 лет колонии. Но гособвинение оспорило это предложение. Сейчас прокуратура настаивает на 4,5 годах лишения свободы. Он полностью признал вину, во-вторых, принимал меры для возмещения причиненного ущерба, контактировал с потерпевшими. Потерпевшие по наказанию высказались таким образом, что не настаивали на строгом наказании, в связи с чем позиция государственного обвинения складывается таким образом в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый предложил родственникам погибших в качестве возмещения ущерба дачный участок, но те отказались. В суде были заявлены 2 иска на 500 и 700 тысяч рублей. Виновник согласился их со временем выплатить. Приговор будет оглашен в ближайшие дни. И еще одно смертельное ДТП произошло накануне днем на трассе под Тюкалинском. Автоинспекторы заметили виляющие на дороге «Жигули» и начали преследовать нарушителя. Как потом выяснилось, 27-летний сельчанин сел за руль пьяным и взял с собой еще 6 пассажиров. Уходя от погони, виновник улетел в кювет, машина перевернулась. Сам водитель и годовалый мальчик погибли. Еще один ребенок, а также 4 взрослых были доставлены в больницу. В Омске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали грабителя. В 3 часа ночи в Советском округе в районе магазина «Садко» злоумышленник напал на 29-летнего Мича. Подозреваемый ударил потерпевшего по голове так, что тот потерял сознание. После грабитель забрал у своей жертвы телефон и деньги, всего на сумму более 60 тысяч рублей. Преступника задержали неподалеку от места нападения. Им оказался 47-летний житель городка Нефтяников, ранее многократно судимый. На свободу он вышел только в апреле этого года и имел непогашенную судимость. У меня вот только работа появилась, только начал работать. Я долго мытался, ни квартиры, да, ничего не было. Ну, к родственникам приду, поем там. Пытался как-то обустроиться. Грабеж задержанный совершал, будучи пьяным. Все похищенное у него было изъято при обыске. Свою вину подозреваемый признал и только просил суд не заключать его под стражу до 5 августа. В этот день рецидивист хотел на свободе отпраздновать 7-летие своего сына. По приметам был задержан гражданин, житель Советского административного округа города Омска. В настоящее время судьей Советского административного округа города Омска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данной статьи предусматривает срок наказания 8 лет лишения свободы. В Омске осудили 30-летнего мужчину, который у себя в квартире выращивал коноплю промышленным способом. Во время обыска даже искушенные сотрудники полиции были удивлены тем, как хозяин жилья наладил производство зелья. Дома у подозреваемого была организована настоящая лаборатория. В помещениях поддерживалась необходимая температура и влажность, работала вытяжка и горели специальные лампы. Также при обыске были изъяты контейнеры, весы и сам товар – несколько мешков марихуаны. В ходе расследования проведена компьютерная экспертиза по изъятому электронному носителю информации. Выявленная интернет-переписка с покупателями о местах наркозакладок превысила 8 тысяч листов. Общий объем уголовного дела составил 35 томов. В свое оправдание комнатный аграрий рассказал полицейским, что закупил все оборудование для выращивания клубники. Ягоды урожая не дали, а вот конопля пошла в рост и стала приносить доход. Во время обыска была обнаружена тетрадь, где подозреваемый собственноручно записывал все этапы выращивания марихуаны. В итоге Куйбышевский районный суд приговорил Мича к 5 годам лишения свободы. Когда приговор вступит в силу, у осужденного будет время, чтобы научиться выращивать культуры, не запрещенные уголовным кодексом.
В Омске будут судить 30-летнего мужчину, по вине которого погиб человек. Происшествие случилось почти год назад, 2 августа, в день десантника. Следствие установило, что 32-летний житель Кормиловского района, работая на строительстве дома у частного лица, угнал у хозяина квадроцикл и уехал на нем кататься в город. По пути в сторону левого берега мне попались десантники. 8 человек, которые попросили меня прокатить их. Я им не смог отказать. В результате чего мотоцикл погасило на бок, и один из десантников упал. Я остановился, все слезли, я подошел к этому десантнику, который упал, он был жив. Я сказал, что мне такие покатушки не нужны, мне эти десантники сказали, езжай, мы дальше сами разберемся. Конечно, я испугался и уехал. Как выяснилось, водитель вообще не имел права управления транспортным средством. Кроме того, квадроцикл он посадил 6 пассажиров, что превышает разрешенную техническую норму. В настоящее время уголовное дело передано в суд. За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. После аварии угонщик еще несколько часов катался по городу, а потом продал квадроцикл стоимостью 1 200 000 рублей за 20 тысяч незнакомому лицу. Сейчас фигурант уголовного дела уже отбывает 1,5 года в колонии за угон транспортного средства. В ближайшие дни к этому сроку суд добавит еще несколько лет. Покорение Сибири, белое солнце пустыни, брейк-данс и гангстер-рэп. День колонии ВК-6 сегодня отпраздновали с размахом. По всем правилам шоу-бизнеса, учитывая современные тренды. В этот раз колонисты объединили две темы – юбилей города и год кино в России. На плацу исправительной колонии показывают историю страны и города. Первое внимание зрителей привлекает лодка с покорителем Сибири Ермаком. Товарища, дружка. А уже через несколько мгновений казаки и татаро-монголы бегут навстречу друг другу. Сражение картонным оружием заканчивается быстро. Тема почти часового представления – 300-летие города. Его тут празднуют совместно с годом кино. И потому главные герои представления – красноармеец Сухов и молодой Петруха. Рассказ истории города на себя берет Владимир Еремин. Театральный опыт мужчина приобрел за проволокой. В места заключения Владимира привело злоупотребление наркотиками. На свободе трудился на заводе. Оценивать свой дебют осужденный не берется. Ну, я употреблял наркотики в свое время. Недолго, но... Но хватило для того, чтобы приехать сюда и отбывать наказание. Для нас это вот как отдушина, понимаете, вот эти репетиции, все это, ну не знаю, прямо я отдыхал, вот, честно говоря. Я вот это, для меня все это мероприятие, это не какая-то обязательная там программа. Для меня это просто было приятно, мне бы это было и самому, и думаю, ребята тоже, потому что обстановка такая более-менее неформальная. От основания города до его нынешних времен. Революцию тут встречают на импровизированном броневике и с красными лозунгами. Промышленные достижения 70-х отмечают акробатическими этюдами. Лев Валерьевич Лев, он же юный красноармеец Петруха, когда-то занимался в театральном кружке. И роль на нем сидит как влитая. Время на репетиции почти 3 месяца. И хотя свободного времени тут хватает, творчество прилично разбавляет серые будни. Все, что происходит, оно отклоняется от обыденности. И мы как-то забываем то, что мы находимся в стенах. И помогает как личности, морально, психически, очень здорово помогает нам. В «Шестерке» специальность может получить любой желающий. В профессиональном училище обучат и техническим, и швейным направлениям. О последнем говорят и костюмы, которые заключенные создавали сами. Об условно-досрочном здесь мечтают более 1500 человек. Заветные решения суда о долгожданной воле сегодня получают только 11. Это все частичка единого процесса, процесса перевоспитания осужденных. И, конечно, наша главная задача, чтобы человек больше никогда не совершил преступления и не вернулся никогда в исправительное учреждение. Для тех, кто особо старается, особо проявляет усердие в этом процессе, для них, конечно, это огромная, так сказать, возможность предоставляется освободиться условно-досрочно. Суды принимают положительные решения именно в отношении тех людей, которые именно стараются, искренне стараются и прилагают трудолюбие, усердие в этом отношении. Стараться стоило. Для осужденных день колонии – шанс на свидание с родными. А возможность сделать это в летнем кафе позволяет хотя бы на несколько часов забыть о режиме.
И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе ЖЭС ВКонтакте. Всего доброго, до встречи.